Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Людмилу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Людмилы под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Людмилы, находит все. Небес, синий джин, инкуб, красный дракон из пруд огромный. Который влиял человеку на память. Не так ли? Он как шапка у нее наверху сидел и оплетал ее своими. Понятно. Хорошо, спрут. Не знаю, чем для тебя это сегодня закончится, но ты попал в неприятную ситуацию. Будем устанавливать все причины. Сколько спрут находился в этом биополе? Так дышит трудно. Какие-то звуки у него. 14 лет он сидел. Хорошо. Красный дракон, цифры над головой. 32-16. Не считай цифру джина над головой. 34-44. С какой вещи ты попал к Людмиле, джин? С украшением. Она его купила или ей подарили? Подарили. Человек знал? Безделушка. Безделушка, понятно. То есть человек даже не подозревал. Сколько лет ты находишься в этом биополе? 5. Спрут 14 лет. Красный дракон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. И без, считай герцовку? 7. Сколько ты находился в этом биополе, без? 4 года. 4 года. Хорошо. Вы находитесь на чистке. Сейчас мы начнем. Инкуб еще есть? Да. За него что-то без, инкуб, синий джин, ага, красный дракон и труд. Хорошо, инкуб. Сколько ты находился в этом биополе? 2 года. 2 года. Хорошо. Начинаем тогда. Работайте, вы находитесь на чистке. Сейчас мы вам реверсом вернем все назад, все, что вы дали тонкой копии. После этого мы заберем у вас все светлое и чистое по праву. После этого вы вытащите все, что вы оставили. После этого я проведу рассинхронизацию и проверку. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, оставит, как угодно, он может просто по каналам сгореть. Я вас предупреждаю, такое случалось уже, мы это никому не желаем. Итак. Я даю команду тонкой копии Людмилы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низки. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Кто из вас установил в сердечной чакре или кол? Кто из вас кол установил в биополе? У нее дракон сердечной чакры со своим пламенем. И спрут сверху с белыми плотными энергиями. Кола нет ни у кого. Понятно. Значит, в сердечной чакре находился красный дракон, да? Да. Хорошо, красный дракон. Познакомлю тебя с печатью драконов. Достаю печать, включая на полную мощность. Пошел поток. Почувствовал свою безнаказанность? Убери, говорит, у меня контракт с ней. Выключаю печать. Хорошо, контракт у тебя с ней. Останешься до конца сеанса, пока мы это все не расторгнем и не разберемся во всей ситуации. Ждем реверс. Закончился. Устанавливаю фильтры золотой сеточкой и в порядке реверса Людмила забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. Я даю команду на счет 3. Все платы, которые установил красный дракон в биополе Людмилы, силой моего намерения отключаются. Сканер помогает выводить это все из биополя, все это выходит и зависает перед ней в воздухе. Готово. Людмила, вы знаете о каком-то контракте из прошлых жизней? Да, это жизнь не прошлая. Вы в этой жизни заключили с ним контракт? Она говорит, я не уверена, что это был дракон, но я просила много чего в этой жизни. У кого? И личное, и материальное, как жить. И все люди делают. Не все люди так делают. Все люди просят какого-то определенного или святого, или творца, или абсолюта, у кого вы просили. Так и я делала. Понятно, хорошо. Красный дракон, на каком основании ты вошел в это биополе? Тебя приглашал кто-то лично? Ты обманом заключил контракт, красный дракон? Сказал, что смогу помочь. Понятно. Ты обманом заключил контракт? В обмен на энергии. К тебе обращались конкретно, дракон красный, приди. Исполни мои желания. Нет, но было согласие. Чье согласие? Ее обменяться энергиями. Чем ты предстал перед ней?
для обмена энергией кем? Ты стоял драконом перед ней красным и предлагал ей обменяться энергиями? Или ты стал светом перед ней? Или святым, или ангелом? Кем ты предстал, дракон? Ты меня за идиота здесь считаешь или как? Мы так заключаем контракт. Хорошо, и дракон получает удар. 500 тысяч герц. На счет 3, 1, 2, 3, удар. А я вот так заключаю с тобой контракты. Я тебе сегодня все назад верну. И проверю, что за тобой еще тянется, паразит. Ривер закончился. Ты думаешь, ты первый дракон, которого мы встречаем? Ты беспредельщик, ты криминальный элемент. У тебя осознанность нулю равна. Все забрали, Вера, да? Да. Хорошо. Так, инкуб, выходи, вытаскивай все свои ленточки. Все, что ты оставил в ее биополе, приступай, ничего не забирай. Не забывай. Возвращайся назад в клетку. Заключитель контрактов. Я сегодня тебе контракт заключу. Тебе на всю жизнь запомнишь свою драконию. Она такими тонкими голубенькими бантиками вся перевязана. Шейка, запястье, животик, другие места. Хорошо. Он ее украсил ленточками. Ждем, пока он свои украшения снимет. Готово. Хорошо, Джин. Тебе не надо выходить, собирай всю свою синюю пыльцу, снимай все свои подключки, все, что установил в биополе. Людмила, приступай. Вера, у нас платы висят еще? Да, висят. Хорошо, мы забрали реверсом все оттуда, да? Нет, мы отдали только им. Хорошо, установили фильтры золотой сеточки. И в порядке реверса Людмила забирает всю чистую светлую божественную энергию. Один, два, три, пошла энергия божественная чистая. Что возвращается, посмотри. По чакрам энергия возвращается. Понятно, хорошо, он так и знал. Джинсы забрал. Хорошо, спрут, выходи, вытаскивай все свои иголки. Ты был ответственный за потерю памяти, за кашу в голове? Он был ответственный, он полностью заполнил всю голову, как шапка снежная сверху. Спрут, сидит. Я не понимаю, что это за агрессия? Что это за агрессия, спрут? Ты что, вообще уже животное страшное, которое даже не понимает, что и сколько брать? Если я в тебе сейчас дырку сделаю одним словом, что он от тебя останется? Старенький, ему питаться надо. Понятно. Хорошо. 14 лет ты сидел в человеке. Ты всю жизнь ее испортил. Выходи, собирай все свое, отсасывай жидкость. Что-то найду, сгоришь в этой клетке. Приступай. Ривер закончился с платой. Хорошо, под платами открывается портал в галактическое ядро. Плата уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Смотри, дракон красный, куда ты, возможно, сегодня уйдешь. Спрут собрал. Хорошо. Красный дракон, я все вытащил. Бес, выходи. Снимай все свои подключки. Ну, руки, ноги на руках, перчатки на ногах. Утяжелял, да? Угу. И дергал. Хорошо. Лярва есть в биополе? Да, есть. Хочешь их забрать? Хочу. Разрешаю тебе забрать эти лярвы, приступай. Ничего не забывай. Где они находятся, Вера, посмотри. Спина, крестец, ноги прямо на подошвах. На шее, где голова сгибается, вот это место соединения с плечами. Она там боли должна была чувствовать. Готово. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию Людмилы. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Да. Идет Джин. Он не просто зашел с этой безделушкой. Это магия была. Он подброшен был. Ах, вот как, Джин, и ты мне об этом не рассказал, да? Ну что ж. Он сказал, что сейчас рассказал, потому что все равно на магию, на чистоту магии меня бы опять притянули. Ну какой ты догадостный. Хорошо, выстраивай, Джин. А для чего мне этот? Геморрой, все верно. Выстраивай это канал. Хорошо. Так, ты с ней связан, с этой женщиной, которая поставила магию? Подкинула она меня, уже не связан. Хорошо. Злая она. Ну, а что ты к ней не пошел? Через меня она делала. Через низкие частоты делается магия. Где-то бесы, где-то черти, где-то мы, джинны, работаем. Все верно, я в курсе. Хорошо, ну так а что ты не пойдешь к ней? Я могу сегодня вам встречу установить? Или у нее там уже другой джин сидит?
Я не работаю с ней, я просто пришел на ее запрос. Хорошо, я просто все буду назад возвращать, и если ты притянешься, мне, конечно, будет удивительно тебя второй раз увидеть в этой клетке. Поэтому я предельно честен. Хорошо. Как может быть честен джин? Я знаю, как джин может быть честен. Хорошо. Итак, Вера. Рассинхронизация закончилась. Я даю команду на четыре. Людмила включает внутренний белый свет и выдавливает из себя этим светом все негативные патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов. Хорошо выстраивает канал от джина к этой женщине, которая послала его магию исполнять 1, 2, 3 и притягивает ее в клетку тюрьму. Да, будет так, и так и есть. Она притянулась, но она в себе, она говорит какие-то заклинания, почему-то она в черных одеждах. Шикарно, Влад, мы ж такое любим с тобой, давай, просканируй, сожги эту черноту, 1, 2, 3, сжигает ее защиты магические. Да, будет так, а так и есть. Сброс шар, который вышел из нее. Открывается под шаром портал в галактическое ядро, и шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй, и ждем. Сжег, она на руки смотрит, повернулась сейчас. Я подхожу к ней, ты видишь меня, ведьма? Она тебя рассматривает, посмотри. Пытается понять, откуда ты. Я пришел за тобой. Она говорит, что смерти я никому не просила. Ты перешла все границы. Колдую пришла... по мелочи. Нет, не ты не по мелочи колдуешь. Ты я серьезно? С нижними работаю, а тебе здесь не место. Ты посмотри, где ты находишься, оглянись вокруг. И где я нахожусь. Ты стоишь в клетке, в тюрьме. И сейчас я попрошу Бес. Да, Бес. Расскажи ей, пожалуйста, куда уйдет эта женщина? Туда, с кем работает. А работает с нижними частотами, туда и уйдет. Потому что она работает в обмен на свою душу. А, все понятно. Ну все, там будет полный уже расклад. То вы уже победили однозначно. Хорошо, женщина, ты слышишь такой расклад? Ты знаешь, куда ты уйдешь за это все, да? За все свои добрые деяния. А почему? Мне нравятся эти частоты. Да, отлично, хорошо. Ты такое удовольствие получишь, когда попадешь туда. Я думаю, вот этот бес, который рядом сидит, он придет поржать над тобой, когда ты туда, там окажешься. Бес, будешь рад увидеть эту женщину? Почему нет? Видишь, как хорошо? Вот будешь ворота видеть. Открыты, заходи. Но сегодня она получит откат по полной программе. Джина, я благодарю за эту информацию. Я ничего Может, не буду... отпустишь меня? Подожди, все заберем, все будет нормально. Я тебя отпущу. Поехали дальше. Шар мы выдавили, даю команду на контрольную проверку. Я даю команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Паш, сканер проводит контрольную проверку. Ты знаешь, у нее интерферентов нет, но у нее внутри, в каждом теле, что-то черное внутри. Хорошо. Это все черное. Каждым из 7 тонких тел подсвечивается пульсирующим цветом. 1, 2, 3. Ты его видишь четко, ясно. И оно большое. Это какая-то тоска, как камень на душе, говорят, но оно очень большое. Она разрастила его. Сама? Ну да. Отлично. Ты видишь это все, да? На всех да, телах. На Я даю команду на счет 3. Вся эта негативная и патогенная черная энергия выходит и формируется в шар. Вся эта тоска. 1, 2, 3. Людмила помогает, выдавливает эту тоску. Людмила, вы знаете происхождение этой тоски, этой черной энергии на ваших всех 7 тонких телах? Она говорит, вся моя жизнь тоска. Понятно. Ну, это ошибочное мнение. Хорошо, выводим это все. Ваша жизнь такая, какой вы ее делаете сами. Хотите радости, получите радость. Ничего не делайте, получите интерферентов. Все просто. Вышла Вера? Она говорит, что пора было, но вот эта тоска, она никак не выходит из меня. Мы ее выдаем сейчас. Постоянно присутствует. Выдавливать ее полностью, эту тоску. Это деструктивная энергия, она вам не нужна. Эта энергия находится на чистоте низковибрационных беса, джина и так далее. Шар формируется. Шар, знаешь, вышла основная масса, но она еще что-то как кусками из себя
выдавливает, выплескивает. Хорошо, подхожу к ней, подхожу к Людмиле, помогая моей энергии на четыре выдавить все мощнейшим потоком. Один, два, три, пошел свет. Готово. Большой шар? Большой. Без забираешь? Ух ты, с удовольствием заберу такую вкусную. Забирай. Все выдали, продрала. Понятно, проверка. Чаще бы такие. Поехали дальше. Итак, все забрали, проверку прошли, да, Вера? Да. Будем отпускать. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, синий джин. Ты больше не притянешься, я полагаю, уж больше, да? Если я тебя сейчас отпущу. Нет, не притянусь. Здесь есть заказчик. Все верно. И исполнитель она, да? Она меня подкинула. Понятно. А как ты попал вообще в руки таких особей? Низкие частоты она вызывает. Мы делаем свою работу. А, то есть ты слышишь ее заклинание, и она не приходит, да? Да. Хорошо, ладно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте синего джина 1, 2, 3. Синий джин забирает все, что он с собой приходит, принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Спрут, я не знаю, я вот на тебя реально сегодня такой злой за эти 14 лет мучений человека. Я вот думал, не оставить ли тебе на память какую-нибудь дырку, но решил не оставлять. Я надеюсь... Старенький просит отпустить его. Спрут, ты больше никогда не войдешь в биополе человека. Ты это понял? Да, он понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Красный дракон, ты понял этот урок сегодня? Или мне дальше продолжать? А у тебя контракт еще, да? Контракт. Да. Контракт. Хорошо. Поехали дальше. Значит, у нас остался красный дракон и бес. И оба заинтересованы в продолжении. И выходит эмоциональный фантом Людмила. 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. Генерированная проецируется на эмоциональном фантоме. У нее очень много эмоций, которые она уплотняет, уплотняет. И они превращаются в такой камень. Вышли они. Хорошо, Людмила, посмотрите на этот камень. Этот камень – это магнит для всех сущностей. Вы производите этот магнит сами. Вы их приглашаете в свое биополе. Если она вы не говорит, что буду учиться скидывать его. Это у вас выход в два варианта. Или вы это делаете, или вы не делаете, или они приходят. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Да, готова. Хорошо, скручиваете энергии в шар. Без забираешь? Давай, давай. Смотри, у тебя как праздник какой-то сегодня, отправляю бесу. Раз уж погоняешь, хоть нажраться. По ну, так по полной, так и есть, хорошо. Готово. Все, отпускай. Отпускаю, потому что больше с тобой мы уже все вопросы решили. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте бес 1, 2, 3. Бес уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатывая, растворяясь об огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, поехали дальше. Давай, наверное, сразу перейдем к процедуре контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Людмила должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова. Я говорю вслух, она повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Выходят договора, активные подсвечиваются. Два вышло, один ее, другого. Один что? Ее, другой контрагент. Ой, хорошо, пусть повторяет за мной. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть, из обоих контрактов вернулась ей энергия. А второй контракт от кого? Контрагента, копия. От двух, да, хорошо. Открывается воронка в галактическое ядро. И контракты уходят на переработку. Аннулированные. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, красный дракон. На каком основании ты находишься в этом биополе? Все расторгнуто. Я могу идти. Перед тем, как ты уйдешь, я хочу получить от тебя слово красного дракона. Ты должен быть рад, что я тебя сегодня не сдал в межгалактическую полицию. Потому что ты преступник. Ты обманом вошел. Есть люди, даю которые... слово красного дракона. Хорошо.
Открывается наверху портал против часовой стрелки. На чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Что-то он так спешно удалился, даже чай не попил. Хорошо, поехали дальше. Поехали по частотам. Сила моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитала она? Да. Есть намерение? Ты знаешь, она говорит, я хочу остаться чистой от самой себя. Я столько эмоциями в себя впустила негатива, что очень хочу очиститься и быть чистой. Вот, в этом манифесте как раз и стояло ваше намерение. Вы объявили всем о том, что ваше биополе, ваша энергия является вашим по праву. Да, но как мне защититься от самой себя? Это я и хочу сделать. Начинается все с контроля эмоций. Эмоции – это именно то, на что заходят наши интерференты. Я буду стараться. Хорошо. У вас есть возможность, кроме того, в этом сеансе вы видели, как мы выдавливали шар из вас с этими негативными энергиями. Вы должны это каждый день делать. Причем представляя, как этот шар, визуализируя, как он выходит из вас, зависает перед вами. Даже если вы его видите закрытыми глазами. Открываете портал в галактическое ядро командой. И этот шар уходит на переработку. Наблюдаете, как он уходит. Все. Закрываете, опечатываете, растворяете, после этого заправляете себя необходимым количеством энергии. Эти цифры вы сегодня узнаете, когда мы будем вас заправлять. Это совсем не трудно. Спасибо за эту практику. Намного важнее это держать себя в течение дня спокойной и не поддаваться ни на какие провокации. Все просто мимо вас проходит, и вы чисто и спокойно стоите. Как только вы начнете пропускать, так все и начинается. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Людмила, сейчас вы чистая. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она говорит, я не могу понять, во мне какая-то трансформация происходит. Что-то меняется. Но я пока не поняла, что это. Вам были перекрыты ваши родные энергии, соответственно, сейчас вам поступают и энергетические каналы с энергией, и информационные каналы, вы будете это все получать в реальном времени. Обратите просто обязательно внимание на чистку вашей квартиры. Я не знаю, чистили мы ее или нет, но порталы находятся в каждой квартире, если у вас присутствуют сущности. И, соответственно, вам надо будет как-то их закрывать. Я просто должен вам сказать об этом. Осталась еще эта женщина в клетке. Хорошо, давай сделаем следующее. Отлично. И на счет три выстраивай канал от Людмилы к этой ведьме. 1, 2, 3. Готово. И на счет три вся магия, все, что она сделала за все эти годы, вся эта боль, все, на счет три возвращается в течение 1 минуты ей назад. 1, 2, 3. Пошел мощный поток, возвращающий всю эту чернь назад ей. Все ее заклинания, вся ее магия, все возвращается ей. Вся боль возвращается ей, которую испытала Людмила. Все болезни переходят ей назад, которые она послала. Все, до последнего микрона. Да, будет так, а так и есть. Но страх, беспомощность идет. Отлично. А эта женщина, знаешь, что говорит? Она говорит, я увидела трансформацию души. Мне было интересно. Хорошо. Но я тебе должен сказать, ты сегодня об этом забудешь. Я тебе сотру всю твою магическую память. Я даю команду на счет три. Вся магическая литература этой женщины на астральном плане появляется в соседней клетке. 1, 2, 3. Весь ее алтарь со всеми ее заклинаниями и книгами. Да, будет так, а так и есть. Готово. И на счет три горит все синим пламенем. Пепел. Открывается портал в галактическое ядро, пепел уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово, реверс закончился. Хорошо. Подхожу к этой к ее клетке. Влад, достань наш магический перстень. Открывай его и дуй на нее. Стирай тебе всю магическую память. Да, будет так, а так и есть.
все забыла. Она смотрит. Женщина, кто ты такая? Что ты здесь делаешь в этом месте? Как тебя зовут? Это сон, наверное. Наверное. Как тебя зовут? Кто ты, с кем я разговариваю? Ты разговариваешь с тем, кому мое ты... Мое имя секретно, я не говорю свое имя. И на счет три пошло твое имя. У нас нет секретов, мы все знаем. Она забыла свое имя. Так и есть. Вот видишь. У нас канал еще к ней. А, хорошо, я помню. Подхожу к Людмиле, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационной шока удара и сжечь канал к этой ведьме. На счет три. Один, два, три. Удар. Людмила, вы это видели все, да? Да, видела. Хорошо. Итак, женщина, что ты здесь делаешь? Как тебя зовут? А это Людмила говорит, что я теперь не боюсь ее. Ее нельзя бояться. Она уже пострадает так, что вам она забудет обо всем. Она, короче, взялась за как клетки такие. Да. За клетку и трясется, там стучит и говорит, выпустите меня, верните меня на место. Никуда мы тебя не вернем. Никуда не вернем. Ты набрала максимальное количество негативной энергии. И сегодня мы тебя отправим туда, куда ты, с кем ты подписала контракт. В ад. Кто вы такие? Пощадите меня. А ты пощадила этого человека, который стоит? Я вообще никого не знаю здесь. Никого вы меня не с кем-то спутали. Мы тебя спутали. Может быть и такое. Хорошо. Если мы тебя спутали, тогда мы тебя вернем назад. И открывая портал на чистоте этой женщины, 1, 2, 3, она уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Людмила, это мы специально для вас показали, чтобы вы были теперь спокойны абсолютно. Вы имеете власть над ней, а не она над вами. Все. Она говорит, что мне это очень помогло. Я знаю, что я сильнее ее. Замечательно. Хорошо. Мы закончили вашу чистку. Верочка, посмотри, у нас клетка пустая, ничего там не осталось, никто не завис. Пустая. Отлично. И мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Людмилы. Пришла женщина. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Людмилы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Стелла. Стелла. Стелла, вы куратор? Я друг. Друг. Друзья только у ангелов. Совершенно верно. Я приветствую. Это молодой ангел. Хотя она сама не знает, не помнит этого. Я очень рад вас видеть в нашей комнате диагностики, уважаемая Стелла. Ваша подопечная, ваш друг, записала 10 вопросов с просьбой задать их вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я отвечу на те, которые соответствуют ее развитию. Безусловно. Души. Безусловно. И не ранят ее. Я все понимаю. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? Ангельская душа. Второй вопрос. Уровень высшего я. Может, вы сразу скажете и уровень высшего я, и ангельский уровень? Седьмой, тот и тот. Позволите переходить к третьему вопросу? Конечно. Как правильно наладить канал с моим куратором? Как с вами наладить связь? Если говорить в общем, то легко. Если говорить в конкретном случае, то нужно больше развития и понимания самой себя. У тебя внутри есть стержень. Это твой дух, это ангельские энергии, которыми ты должна научиться руководить. Это белый яркий свет, очень комфортные температуры. Мягкий, белый, теплый свет. И вибрации. И вибрации, соответствующие твоему намерению. Ты должна научиться работать с энергиями, понимать свои источники энергии и точки этих энергий. Когда ты будешь это все знать, ты продвинешься на следующий уровень. Пока же будет очень тяжело соединиться со мной. Но как пример я скажу, что самое простое – это, конечно же, телепатическое общение. Ты можешь попробовать, я услышу, но тебе будет трудно слышать, так как ты не сонастроена на ангельский уровень пока. Ты даже крылья свои не можешь открыть. Когда ты будешь знать азы, дальше пойдут новые открытия. Можем дальше идти, уважаемая Стелла? Да.
Хорошо, четвертый вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось? 3 прошла, 2 осталось. Благодарю вас. Пятый вопрос. Как правильно визуализировать мою защиту? Какую защиту? Хороший вопрос. О какой защите вопрос? Я полагаю, она сейчас имела в виду защиту своего биополя от интерферентов. Есть защита Меркаба, универсальная. Да. И у тебя есть ангельские энергии, которые ты должна расширять и выставлять. Защита – это твое намерение. Чем оно сильнее и увереннее, тем сильнее твоя защита. Но ты правильно заметила, тебе нужно защищаться от самой себя. У тебя очень много в голове мыслей и вопросов, на которые ты не можешь ответить. В конечном итоге они превращаются в хаос и скапливаются внутри тебя день за днем, день за днем. Это очень мешает твоему развитию и также потоку энергии. Тебе нужно научиться сбрасывать этот негатив и быть защищенной от самой себя и негативных мыслей. Старайся быть последовательной и детально. Живи детально. Обращай внимание на маленькие-маленькие вещи и детали. И детали, так как они живые и трансформируют твое сознание в более широкое и прочное. Мы сильно заметили, уважаемая Стелла, при чистке ее, что эти пласты негативной энергии, которые она переживает, коллекционирует в себе, они окаменевают, они становятся как камень, она их не умеет скидывать. Мы уже сегодня в чистке эту тему затрагивали. Кроме того, интерференты объяснили, как они вошли и на какие слабые места они зашли. По-моему, прекрасная возможность научиться. И я хочу вообще выразить благодарность, что ты находишься здесь. Это огромный шаг к твоему развитию. Благодарю тебя за эту встречу. Я перехожу, с вашего позволения, к шестому вопросу. Пожалуйста. Я не совсем его понимаю. Может, вы мне поможете его как-то понять. Какого цвета энергии? Все. Я уже объяснил, какого цвета твои родные энергии. Энергии, которые в чакрах ты должна найти сама. Это твое развитие и твои уроки. Кураторы не отвечают на вопросы, которые даны на Земле. Иначе не произойдет развитие. Ты должна посвятить время своему развитию, а не получить ответы просто так. Как вы красиво, Стелла, сказали. Я благодарю вас. Здесь никаких вопросов нет. Можно переходить дальше? Да. Какая правильная визуализация на исполнение желаний, если такая есть? Совершенно верно, такая есть. Но за все желания нужно платить. Рог изобилия – это визуализация. Но получая его, ты что-то должна отдать. Выбор за тобой. Мы проходили этот урок в свое время с Верой, Стелла. Я не хочу его больше видеть, потому что цену, которую мы заплатили за этот урок, она была не действительно непомерна, но я благодарю. В конечном итоге ты больше отдашь, чем получишь. Абсолютно верно. Так и есть. Ты больше отдашь за это свое желание. Но еще раз говорю, выбор за тобой. Кураторы не делают выбора. Нет. Я хочу сказать больше. Иногда мы слышим такие вопросы. Что мне делать, это или это? Или куда мне пойти, к тому или к тому? Мы не отвечаем на эти вопросы. Если вы получаете ответы, знайте, это не ваши учителя, кураторы и друзья. Мы не отвечаем на такие вопросы, так как выбор делает сам человек. В этом и есть его развитие и осознанность. Если вы слышите ответ на такой вопрос, знайте, что он не будет искренне. Это ловушка. Правильным. Это ловушка. Мы не отвечаем на вопрос, что делать в том или ином случае. Мы отвечаем на вопрос, что делать знаками. Человек, который осознан, он понимает эти знаки, принимает и идет правильным путем.
Но пойти туда мне или туда, мы не отвечаем на такие вопросы. Берем знаки, опять же, но не все их видят. Все хотят ответа быстрого, конкретного и делают часто ошибки. Это по поводу этого вопроса. Я просто больше развила его в область земных желаний. Да мы и не знаем других ответов, честно говоря, уважаемая Стелла, потому что ни один куратор не будет брать на себя ответственность за право выбора человека, а в конце концов человек живет на этой земле, и это его обязанность принимать правильные решения. Если человек идет в правильном направлении, в каком-то духовном развитии, это именно то, что интересует куратора, куратор, безусловно, подскажет какие-то варианты, подскажет, например, ну возьми искусство, ну возьми культуру, ну возьми какие-то яркие вещи, какие-то... Будут идти, еще раз говорю, знаки. Знаки. Есть еще один аспект. Пожалуйста. Если человек услышит ответ и сделает неправильный ход, он будет обвинять куратора, а не себя. И здесь возникает конфликт между куратором и его подопечным. Нарушается баланс и доверие. Поэтому мы не делаем выбор за вас. Это ваша жизнь. Мы лишь курируем ее, но не отвечаем, что вам лучше или хуже. Это ваши уроки. А нам так нравится обвинять во всех своих грехах и неудачах кого-нибудь. Это я говорю с сарказмом. Осознанные души не делают этого. Не делают но это высшая степень осознанности. Благодарю вас, уважаемая Стелла, за этот развернутый ответ. Здесь не может вообще никаких вопросов остаться. Позволите мне переходить к восьмому вопросу. Пожалуйста. Совет куратора от себя, то, что он или она хочет сам донести до меня. Я уже сказала, самый мой главный совет – это то, что ты генерируешь сама. Это очень опасно. От интерферентов можно защититься, убрать, не допустить. Поменять реакции, им больше нечего будет делать, особенно нижним. Но свои собственные генерируемые негативные энергии нужно контролировать. И это твоя главная задача. Благодарю вас, уважаемая Стелла. Очень интересный ответ. Девятый вопрос. Жила ли я в Италии, в городе Рим, в каком-то из воплощений на Земле? Вы куратор на эту жизнь? У тебя... Не было много воплощений на Земле. Твои прошлые жизни мне нужно смотреть отдельно. Одну жизнь, если можно вас попросить, ее это беспокоит, насчет Рима, если вы будете так любезны в архиве посмотреть. Жила, но на тот момент это были окрестности Рима. Какой это год? Сотый. Сотый год нашей эры, да? Да. А, понятно, ну так это практически... Через 100 лет после того, как наша эра началась. Благодарю вас, уважаемая Стелла. И последний вопрос. На что обратить внимание по отношению к моей маме? Принимать маму такой, как есть. И дарить ей любовь всякими возможными способами. Она почувствует твое тепло. И ей будет очень приятно. Я благодарю вас, уважаемая Стелла. У меня больше вопросов не осталось. Вы на все ответили. Позвольте вас поблагодарить за ваши ответы, за вашу помощь, за ваш визит сегодня в нашу комнату диагностики, за то, что мы совместными усилиями смогли как-то ей помочь. Если у вас есть еще какое-то желание активировать, может быть, если она дошла до этого уровня и стержень, или обменяться энергиями, это был бы самый лучший момент. Я могу активировать ее энергию, взявшись за руки. Внутренний стержень становится еще ярче, энергия начинает играть. Как я уже сказала, это белые, светлые энергии, излучающие теплоту и силу. Готово. Благодарю вас, уважаемая Стелла. Мы закончили, но вы еще не знаете, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, в ангельских мирах ее знают, как в принципе и во всей галактике. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на Земле, с самой сочной ягодой. И мы хотим спросить уважаемую Стеллу, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок? Знак благодарности за эту встречу и за ее помощь. И на добрый... Ох, какая прелесть! Я приму это с великой благодарностью. Благодарим вас, вы нам доставили огромное удовольствие.
Я чувствую этот запах, помню вкус. Вы жили на земле, да? Да, относительно недавно. Поэтому значит... меня поставили к ангелу с молодой душой. Мне более понятны чувства и законы на земле. Мы это заметили. Опыт никуда не спрячешь. Мы чувствовали, что у вас очень обширный опыт. Я благодарю вас, уважаемая Стелла. Передавайте привет ангельскому миру. Мы всегда рады всем, до кого достучатся кураторы. Мы свою работу знаем, и всем, кому можем, мы поможем. Откроем им двери, в которые они пойдут сами, если на это они будут готовы. Я еще раз выражаю огромную благодарность за эту встречу. Замечательно. Людмиле и вам. Благодарим вас. Принимаем вашу благодарность. И ангельским душам в этой комнате. А тут одни ангелы стоят. Благодарю вас, уважаемая Стелла. Я не прощаюсь. Я говорю, до скорых встреч. Если вдруг ваша подопечная захочет встретиться с высшим я своим, задать вопросы, мы обязательно приглашаем в этом случае куратора, чтобы нас сопроводил. И будем рады вас увидеть. Поэтому я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Ну что, Людмила, не ожидали такого поворота? Это так прекрасно. Я стараюсь отлепить свои крылья, но мне не хватает визуализации. Этому можно научиться. YouTube полон видео с обучением визуализации. И чем короче видео, тем яснее будет ответ. Займитесь своим образованием. Стелла вам всегда поможет, она всегда слышит и видит, что вы делаете. Если что-то у вас откликнется в душе, это именно те знаки, о которых она говорила. Обратите на что-то внимание. Вы и еще я вижу этот прекрасный свет вокруг себя. Да, ангел. И внутри. Самый чистый свет, так и есть. Хорошо, будем возвращать вас назад, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Людмилы в систему биоробо-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И идет еще информация, что как защита манифест, обязательно с намерением. Конечно, да. Обратитесь к Ольге, нашему администратору. Она вам передаст, как выглядит Меркаба, защита. Мы ее сильно устанавливали, как ее установить, вы уже знаете. И точно так же все остальные моменты, которые заполнение энергиями, сброс негатива. Это надо каждый день делать. И еще когда она все-таки откроет свои крылья, а это будет очень скоро, она может обнимать себя ими, защищая себя. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.